Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Елена Тулина. Болеть или не болеть? Падать или не падать? К сожалению, мы не можем полностью исключить различного рода травмы из нашей жизни, особенно когда наледи на тротуарах и остановках не убираются повсеместно. И без центра диагностики и оказания первой медицинской помощи бывает просто невозможно обойтись. В конце прошлого и в начале нынешнего года мне дважды в кавычках «повезло». Первый раз упала в офисе одного из коммерческих банков. Не было ковриков для предупреждения скольжения. В результате – перелом ребра и ушиб средней тяжести. Второй раз – растяжение связок во время предельно быстрой ходьбы, чтобы успеть по гололеду на ныне скандально известный 101-й. Следующего рейса могло просто не быть. Кстати, ситуация с этим маршрутом продолжает желать лучшего. Обращение в травмпункт, единственный в нашем городе для взрослых, что на улице Козьмодемьянской, привело меня, мягко говоря, в уныние. Количество людей, ожидающих приема врача, было так велико, что, оказавшись там в 15:00, я смогла отправиться домой только в 9 вечера. Второй раз – полный повтор ситуации. Прием вел сначала один врач, затем заведующая взяла на себя часть пациентов. Диагноз мне уточнялся после неоднократных визитов на рентген. То подозрение на перелом ребра, то лопатки, то вообще просто ушиб. 5 раз делали снимок. Я уверена, что это вредно для здоровья в целом. На больничном была 10 дней. Выписали с диагнозом «сильный ушиб». Но после моего обращения в судебную медицинскую экспертизу выдали заключение «перелом ребра и ушиб средней тяжести». Как говорят, дорога ложка к обеду. Так и правильно установленный диагноз травма влечет за собой необходимое и своевременное лечение. Увы. А пока я сидела в очередях, каких только историй не наслушалась, хоть книгу ужасов пиши. Ко второму визиту я уже была готова, знала, куда иду, но выбора не было. Ходить было очень трудно и больно. Сначала я была приятно удивлена, на первом этаже практически не было больных. Я с облегчением вздохнула, но не тут-то было. Рано было радоваться, прием шел на втором этаже. Я не представляла, как туда поднимусь. Информации о существовании в травмпункте лифта я не обнаружила. С трудом поднялась по лестнице на второй этаж и увидела прежнюю картину. Огромное количество ожидающих приема людей. Там были и первичные, и уже готовые на выписку люди. Через 2 часа такого лечения, снова, как и в прошлый раз, вышла заведующая и стала направлять к другому врачу, но уже на первый этаж. Я спросила про лифт. Ответ был «Есть, но идите по лестнице сами». Спустилась, скрипя зубами от боли. Внизу почти никого. Захожу в кабинет. Встретили вопросом. «А где вы были?» «Номерок на 15:30. Объясняю». И дальше раздраженные доктор и медсестра начинают пояснять, что со мной. Резко и недоброжелательно. Терплю. Получаю направление в рентген-кабинет. Туда снова очередь из тех же моих друзей по несчастью. Успели за 5 часов подружиться. В рентген-кабинете высокий стол, на который надо как-то подняться. Спрашиваю, как? Молча подшвыривают скамеечку, очень хлипкую и неустойчивую. Поднимаюсь. Вниз, думала, тоже скамеечка, а мне говорят, чтобы спускалась без нее. Спрыгивать? Так новая травма здесь же будет. Прошу подать руку. Помогает. Вы знаете, чувство полного недоумения и возмущения от такого уровня услуг. Диагноз на сей раз был поставлен точный – растяжение. Но освобождение от работы было дано только по самому вопросу – а как быть с работой? 6 дней на больничном. Нога, правда, еще болит. Лечусь на Тихвинской. Там, кстати, порядок, компетентность и доброжелательность. Так к чему же все эти мои излияния? Нашему травмпункту 8 лет. Кабинеты, перевязочные, операционные, конечно, были оснащены новым оборудованием. Но сейчас многое явно устарело, если только с 5-го раза определяется перелом ребра. И с медицинской мебелью проблемы, раз нет даже устойчивой скамейки или низкого прочного табурета для подъема на рентгеновский стол, или другого стола с автоматическим регулированием высоты. Все основные процедуры сосредоточены на первом этаже. Там располагается регистратура, есть 2 кабинета для приема пациентов, один из них – экстренного приема. Правда, за 10 часов пребывания в травмпункте не заметила разделения на экстренных и обычных. Все сидели в одной очереди. На втором этаже помещена ординаторская, цивилизационная и кабинет заведующего. А почему, спрашивается, когда там ведется прием? Про лифт – ни слова. А на другой день информация из Уфы о пенсионерке, ползущей на второй этаж травмпункта. Приняты меры после скандального видео в интернете. Уволен главврач. Я тоже практически ползла, только никто не снял на видео.
Горько и обидно. Непростительное невыполнение своих должностных обязанностей и равнодушие к пациентам. Многие недовольны. Заметно, что специалистов не хватает. Тогда создавайте условия. Думайте, как изменить ситуацию к лучшему. И будьте все здоровы. Иначе 200 человек в сутки, по данным статистики за 2015 год, это на сегодня слишком много. Сложно качественно помочь всем. Разве только в платных отделениях других медицинских учреждений. Но это не выход. Меня зовут Елена Тулина, и это была «Моя точка зрения».